Так, внимание, интернет. Всем, кто меня знает, всем моим подписчикам привет. Вот смотрите, показываю, мужики, машину вам. Пришла ко мне на ремонт. Маленький ролик там, минутный. Вот смотрите, вы видите, как товарищ какой-то раньше делал машину. Он намазал герметиком фланец нижний. Весь намазал красным герметиком. Мужики, внимательно все смотрите, как нельзя делать. Вот если когда-нибудь кто-нибудь, какой-нибудь мастер в России, а может и не в России, может и какой-нибудь Анголе, Зимбабве, намажет вам герметиком, плюньте ему в лицо. Скажите, Наиль велел плюнуть. Это не мастер, это горе-мастер, который делает там море каналов. Под низом прокладки море каналов. Он их все закрыл. Ладно, вот сейчас вроде бы мы завели машину, вроде бы все хорошо. Видите, намазал. Я уверен, что он это полностью по всему, по всей плоскости прокладки. Значит, ставится обычная прокладка, ставится. И никаких проблем не бывает с машиной. Вот если фланец гнутый, то его лучше опять выпрямить. Нет, лучше же намазать герметиком. Тогда не будет подсоса. Ребята, это плохо, очень плохо. Запомнили? Все. Всем привет, крепкого здоровья, Наиль.